Мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме Код Гиас. По счету у нас идет 5-я серия, а прошлое, если в нескольких словах, закончилось тем, что нам показали то, что та девушка, которая отдала как раз-таки силу, которая есть у Лелуша, то есть отдала им, передала ему эту силу, вот, она на самом деле не умерла от выстрела в голову, а она жива. Вот, поэтому что с этого будет? И, может быть, типа какое-то ее раскрытие и так далее, мы увидим в этой серии. Это же не, это, конечно, не точно, но может быть. Вот, но перед тем, как мы приступим к просмотру, не забывайте, как обычно, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, если вам нравятся мои реакции. Вот, и если вы хотите смотреть это аниме и другие, которые выходят у меня на канале на несколько серий вперед без закрытия экрана, то тогда подписывайтесь на Boosty, подписочка стоит 100 рублей, а ссылочка находится в описании под роликом. Вот, ну а сейчас желаю всем приятного просмотра и поехали смотреть 5-ю серию 1-го сезона. А это что за война? Чёртовы переростки подделки под Найтмеры! Им бы стоило сдаться с самого начала. Что? Корнели! Быть не может! Это сделала всего одна машина! Новая еще какая-то машина. Вот и все. Отныне здесь будет 18-й сектор. Ваше высочество, насчет наших последующих действий. Простите, что тащу вас разгребать дела моего младшего брата. Нет, миледи, наше место подле вас, куда бы вы ни отправились. С 11-м сектором потяжелее придется. Согласен, миледи. Да. И я найду тебя, Зера. И отомщу за Кловиса. Подожди, это его сестра? Принцесса, да, получается? Это его сестра. Которая, я считаю, бросила вызов Зера, нашему Лелушу. Интересно. И при этом у нее какой-то уникальный этот робот. Единственный, наверное, в своем виде. Окей. Я дома. С возвращением, Лелуш. С возвращением, братик. Судя по твоему виду, ты уже сегодня где-то поужинал? Я беспокоилась, думала, ты мог оказаться в том хаосе, что устроил этот Зера. Я тебе звонила, но ты не отвечал. Братик, а потом Сиси пришла. Сиси? Сиси? Странная у тебя подруга, называется одними инициалами. Ага. А может, она твоя девушка? Ну, он пообещал связать со мной свое будущее, правда? Будущее? Вы имеете в виду брак? Нет, нет, все совсем не так. Или так? Это как, ну, она шутит. Ненавижу шутки. Вот оно как. Я поражена, как быстро ты решился, братик. Ну, говорят же, каждому свое, так что, может, это не так и странно. Ой, Сиси, смотри, что ты наделала. Теперь ты вся мокрая. Идем, отведу тебя в ванну и найду тебе сменную одежду. Нанали, останься здесь. Через минуту я вернусь и все приберу. И она перед этим шутила. Шутила. Это просто шутка. Ты кто такая? И не слышал? Я Сиси. Нет, а ты... Должна быть мертва? Так-то да. Та сила, что я тебе дала. Так и думал, это была ты. Не удовлетворен? Наоборот, благодарен. Это позволило мне радикально ускорить мой план. План? Мой план по уничтожению Британии. Я полагал, что придется ждать несколько дольше, прежде чем я смогу сделать свой ход. Думаешь, победить только с помощью этой силы? Я намеревался все сделать и без нее. Как я и ожидала, занимательный он парень. Да-да. Что будешь делать? Тебя ищет армия. Только один маленький отряд. В смысле, ее ищут? А зачем ее искать, если она мертва? Эй, ты собираешься здесь остаться?
Мальчики спят на полу. Я сейчас не про это говорю. Если меня поймают, у тебя ведь тоже будут проблемы. Нам опасно оставаться вместе. И если заночую где-нибудь снаружи, меня найдут. Речь о том, что удобно мне, а не тебе. Ненавижу упрямых. Ты слишком безответственная. Расскажи хоть, как ты выжила? И что ты вообще такое? И насчет того твоего контракта. Спокойной ночи, Лелуш. Ну, блин, и ни хрена не рассказывает. Ну, смотри, мне тоже было интересно, он задавал и правильные вопросы. Фукусима, Кочи, Хиросима. Это уже 7-й случай с момента появления Зеро. Похоже, что другие группы, следуя примеру Зеро, начали бороться в полную силу. Из-за этого апельсинового инцидента Маграф Джеремия лишился своего поста. Чему удивляться? Именно он облажался. О, как? Благодаря ему отношения полиции с администрацией теперь испорчены. Это и нам подкинуло немало новых проблем. Помоги же, Тодо! Благодаря Зеро британцы сейчас... То есть Зеро разобрался, типа, с принцем этим, да, со своим братом. Он теперь разобрался, типа, с главнокомандующим этой вот армии. И следующая на очереди будет принцесса. Ха. А его просто выгнали, типа, или просто понизили в ранге каком-то? Сохраняйте спокойствие. Киото пока до конца не решил, передает ли он Гурен МК-2 Зеро. Если будем слишком часто оглядываться на Зеро, не заметим, как сами оступимся. Эй, а что означал этот апельсин? Что? Для той, кто сама не отвечает на вопросы, ты их многовато задаешь. Делай, как я. Не хочешь, не отвечай. Этого апельсина я просто выдумал. Чем громче люди кричат о своем единстве, тем легче разделить их, посеяв в них зерна подозрений. Весь мир ищет тебя. Из-за тебя весь мир пришел в движение. Лелуш, ты этого хотел? Нет, это Шумиха всего лишь прелюдия, средство достижения цели. Мир обречен быть ввергнутым в еще больший хаос. Рядовой Куруруги Сузаку, дело номер 107 вооруженных сил 11-го сектора. Но весь его план целиком мы, конечно же, не узнаем. Ну, узнаем, но совсем не скоро. С чего это вдруг, как гром среди ясного неба? С дороги, пожалуйста! Там внизу, берегитесь! Вы не пострадали? Прошу прощения. Что, совсем ебанулась? Ты думала, что снизу кто-то будет. Ты с какого этажа-то падала? Я тоже не ожидал, что на меня сверху упадет девушка. Боже мой. Что-то не так? Да, что-то определенно не так. По правде говоря, за мной гонятся плохие люди. Поэтому не могли бы вы мне помочь, пожалуйста? Мы не можем позволить апельсину оставаться за главного до прибытия Корнелии. В этом случае верность их чистокровным будет под вопросом. Так это правда, что лорда Джеремию подкупили? Тогда что такое апельсин? В любом случае, лорд Джеремия точно что-то скрывает. Говорит, что ничего не помнит. Та же жалкая отговорка, что и у Бартли. Память лорда Джеремии в беспорядке. Совсем как у людей в Синдзюку, чьи Сазерленды были украдены. И еще... Мы ведь еще не были представлены друг другу, да? Мое имя? Юфи? Юфи? Да. А я... Не стоит. Ты знаменит. Сын премьер-министра Генбу Куруруги. Рядовой Сузаку Куруруги. Ты тогда соврала, да? О том, что за тобой гонятся плохие люди. Мяу. Мяу-мяу. Ты поранился, котик мяу. Мяу, мяу, мяу! Мяу, мяу! На нахуй! Мы опаздываем. Прям у них синий, желтый, красный. Да мы его точно отпустили. У них нет доказательств. Из-за случая Зеро провели тщательное расследование. А почему это он? У тебя проблемы с кошками? Я их люблю, но... Это чувство невзаимно. Неразделенная любовь — это признак доброго человека.
О, как. Убежал. Юфи, зачем ты мне тогда соврала? Беспокоишься обо мне? А, ну, есть такое. Тогда составь мне компанию еще на какое-то время. А здесь все совсем как в Британии. А ты с большой земли? Да. Училась до этой последней недели. До последней недели? А чем сейчас занимаешься? Училась, в смысле училась в старших классах? Ты ведь можешь в любое время пойти осматривать достопримечательности? Как много вопросов. Ой, прости. Ой, нет, я не это сказать хотела. Понимаешь, сегодня последний день моих каникул. Поэтому я хотела посмотреть 11-й сектор. Я хотела узнать, что это за место. Тогда ты выбрала не того проводника. Нет, я рада, что ты был вместе со мной. А, вот оно как. Сузаку, не мог бы ты отвезти меня еще в одно место? Пожалуйста. Ваше желание для меня закон, миледи. Тогда отвези меня в Синдзюку. Пожалуйста, покажи мне Синдзюку. Куророги, Сузаку. А зачем? Лилуш, минутка найдется? Конечно, в чем дело? Насчет того звонка. Того звонка? Ну, того, в душе. А. Ты не знаешь, с какого номера звонили? Я хотела еще раз с ним поговорить. Это внутренний номер школы, поэтому не знаю. Понятно, да, мне стоит приезжаться самой. Вылезла. Девка. Что такое? Что не? А что она так выглядит поебанутая? Нарисована прям ужасно. Типа худющая какая-то, слишком высокая. Здесь вот чуть уже получше. Блин, она та все ревнует. Что ты делаешь? А? В самом деле, что? Никогда бы не подумал, что буду возвращаться на родину в таком виде. Лучше бы я вообще не связывался с этой девкой. Совсем сбрендил? Так запросто шляться по окрестностям? Хватит меня отчитывать. Все в порядке, пока я остаюсь на территории школы. Не в порядке. Ты здесь чужая. Я везде чужая. И единственная с таким цветом волос. А, она тоже бросается в глаза. Опять? Я использовал Гиас и приказал ей делать на стене каждый день по отметке. Гиас? Мою силу. Я слышал это слово, когда мы заключали контракт. Это тест на длительность действия? Я же должен знать характеристики своего оружия, верно? Не будь такой эгоисткой или... Думаешь, смотри, на меня подействует? У Мион, то есть у него те же вопросы, которые были у меня, типа, как это действует, на каком расстоянии это действует, какое количество времени это действует, типа, если ты отдашь какой-то конкретный, типа, там, приказ, сколько времени, типа, этот приказ этот человек будет выполнять. Блин, хороший луж. Ну, в принципе, это да, это логично, как бы, разобраться в той способности, которую ты приобрел, да, для того, чтобы использовать ее в полноценной мере. То есть сперва она, скажем так, в мелких сошках, просто-напросто проверить и удостовериться, где, как и что он может делать целиком и полностью. Вот, а потом уже, исходя из тех знаний, которые ты получишь, вот, уже делать какой-то план для достижения, типа, тех уже высоких целей, которые у тебя есть, да? То есть приступать к основному плану, по крайней мере, к его составлению. Уже, типа, зная все переменные. Молодец. Расслабься. Мы с тобой сообщники. Я не сделаю ничего, что могло бы подвергнуть нас опасности. Гетто Синдзюку покончено. Люди только-только начали сюда возвращаться. Облом! Так и думал, что они не будут стрелять по 11-м Израил Ганов. Эй, зацени, отметина от пуль крупнокалиберного пулемета, зафоткай их! Порядок! Теперь сфоткай меня на их фоне! Это правда? Информация о Зеро? Да, сэр, о ней мне сообщил лорд Кьюэлл. Отлично, выставить оцепление вокруг 4-го сектора Синдзюку. Хорошо, слушаюсь, сэр. А какая информация могла просочиться о Зеро? Хотела попросить соединить меня с лордом Джереми, но вы, смотрю, слегка заняты.
Валите отсюда, британские свиньи! Оставайся здесь! Круг смеет какой-то 11-й! Я японец, не называй меня 11-м! О чем ты говоришь? Вы проиграли, как побитые псы! Ты паршивый британец! Остановитесь, пожалуйста, никакого насилия! Мы проиграли, блядь, а ты принимал в этом участие? Это же... Ты же Куруруги Сузаку! Тот самый, кто убил Кловиса? Валда, это сделал Зеро! Этот парень всего лишь слуга Британии! Кому нафиг надо становиться жалованным британцем? С радостью продал свою гордость, свой народ и свою душу. И еще считаешь себя японцем? Ошибаешься, я... Ни хрена я не ошибаюсь, ты британская шестерка! Правильно. Остановитесь, пожалуйста. Ну, с такими так и надо. То есть я не как бы не за тех и не за тех, но как бы я... Как вы знаете, еще по атаке за мир во всем мире. Хрена с два ты нам соотечественник! Хорош, забей на него! Предатель. Сузаку! Ты в порядке? Да. А вот я совсем не в порядке. Глянь на мой Prime G и LX4. Чего так долго ждал? Блин, что ж ты за жалованный гражданин такой? И какого черта ты их отпустил? Мочить их надо было. Они ведь и кучу 11-х убили. Кто, думаешь, все это время о тебе заботился? Я более не позволю вам оскорблять этого человека! Чтобы использовать ГЕС, мне нужно смотреть человеку прямо в глаза. Прозрачные преграды вроде очков не мешают. Эффективный радиус действия составляет примерно 270 метров. А почему она постоянно, почему она не может другое делать, вот увидеть, как бы... Я иду использование на нем силы. Наверное, это происходит из-за того, что своим действием ГЕС наносит ущерб мозгу. И, наконец, раз это оптический сигнал, его можно отражать. Ты много узнал за то короткое время, что у тебя было. Мой противник Империя, которая контролирует треть мира. В этом деле невозможно быть излишне осторожным. Я бы поняла, будь ты 11-й, но ты же британец. Противник может оказаться слишком большим и сильным, чтобы драться с ним одним гесом. Хорошо ли быть сильным? Плохо ли быть слабым? Еще когда мне было 10 лет, мир казался таким печальным. Вот, ну Сиси, это почему она постоянно носит эту одежду? Типа, ну она же одевалась в другую. Голод. Сейчас снова одевает свою хуйню, которая выделяется среди всех остальных. Коррупция, дискриминация, война и терроризм, бесконечная цепь ненависти. Порочный круг глупости. Кто-то должен разорвать эту цепь. Как идеалистично. Конечно, я сомневаюсь, что кто-то сможет разом искоренить все зло. Я не настолько самонадеян. Поэтому мне достаточно будет мира без войн. Место, где мы не будем терять своих близких. И чтобы получить такой добрый мир, что ты хочешь сделать? Элементарно. Когда один из игроков выигрывает, битва заканчивается. Один из игроков? Я не знаю, как это сделать. Но если я прекращу пытаться, смерть моего отца окажется напрасной. Премьер-министр Куруруги. Отцу надо было погибнуть на войне. Джереми, ты заплатишь за то, что дал убийце принца Кловиса скрыться? Кел, ты трус, эта информация о Зеро была ложью, да? Нам нужно смыть свой позор прежде... Это и специально, то есть его же отряд настроился против него, специально дали ему ложную информацию, при которой устроили, типа, ну, прийти на такое-то, такое-то место, в котором они устроили ему засаду для того, чтобы что, Стери убить? Интересно. Принцесса Корнелия прибудет сюда занять свой пост. Джереми, вот так мы расправляемся с предателями. Сузаку! Сиси-сан? Здесь опасно! Залезай! Чистокровные затеяли с Клоку, убираемся отсюда! А, ты опять будешь работать на меня? Вини в этом свой оправдательный приговор. Подождите, пожалуйста! Есть возможность получить боевые данные для Ланселота? Ага! Сузаку! Прости, Юфи, здесь нам придется попрощаться. Я должен это сделать. Думаю, а отвезти ее в безопасное место, нет? Поэтому я... Проклятие, вчетвером на одного! Трусы! Не беспокойся, Джереми, мы скажем, что ты пал в бою. На твою семью не падет бесчестье. Ты не уж так. Ты так серьезно хочешь убить меня? Кьюэр! Молчать, апельсин! Думаешь, почему мы здесь?
чтобы служить императорской семье! Ур-хайл Британия! Что? Прекратите! Вы же британские солдаты! Это же тот самый жалованный британец! Прототип комплекса современного вооружения ЛСЛО! Что спецкорпус здесь забыл? Любой, кто вмешивается, умрет! Нет! Не могу игнорировать вашу бесцельную драку! Бессис! Их уже доделали? Но теперь я не отступлю! Что-то новенькое в планете мечи. Мы же на одной стороне! Спасает меня? Курлуги Сузаку? Давайте хоть апельсину убьем! А, и она тоже за него. Разузнала все-таки об этой подставе. Всем назад. Кьюэлл, как вы поняли? Я использую хаос-бомбу. В смысле бомбу? Остановитесь! Что? Блядь, надеюсь, получится защитить, ну потому что, ну блин, она в чем хорош. А нахрена он вообще использовал, типа, эту хаос-бомбу? Этот жалованный британец рискнул жизнью ради... Все вы! Опустите оружие! Своим именем повелеваю вам! А ты кто? Не может быть! Я Юфимия Британская! Третья принцесса Британии! Юфи! Принимаю на себя командование! Всем отступить! Так и знал, принцесса! Вы ее узнали, Ллойд? Ага, она получала образование, поэтому почти никогда не показывалась на публике. А, то я только что хотел задать вопрос, типа, что вот она, типа, там принцесса, и как бы ее должны знать абсолютно все, типа, это ж как бы, ну, как в наше время можно назвать, типа, медийная личность, да? Вот, то есть, как бы, и почему тот же Сузаку, типа, ее не знает? Ну, как она выглядит? И сразу же ответили на мой вопрос еще до того, как я его задал. Мы приносим свои глубочайшие извинения, ваша светлость! Ваше высочество! Я понятия не имел, кто вы такая. Прошу меня простить. Явно она хочет, чтобы ты с ней так общался. Она, наверное, хочет, чтобы ты к ней обратился так же, как и... Совсем как ты своего отца. Ты поможешь мне сделать так, чтобы никому, никогда больше не пришлось терять своих близких. Слушаюсь. Но это сложно. Это сложно. Я слышала о твоем поступке, Юфимия. Не поступай безрассудно. Прошу меня простить, старшая сестра, но... Здесь называй меня наместницей и вице-наместницей Юфимия. Родные сестры должны почтительно относиться друг к другу. Да, я поняла. Да. Теперь твой рапорт. Да, ваше высочество. Это вот как Корнелия ее зовут, да? Она такая пугающая. Для вашего высочества и... Небрежный. Дряхлый. Продажный. А что Зера? Поймать врага империи! Поймать Зера! Начиная с сегодняшнего дня, я присоединяюсь к вам здесь, в Академии Эшфорд. Меня зовут Куруруги Сузаку. Приятно с вами познакомиться. Перевод быстрый, озвучь... Сузаку будет учиться вместе с Лелушем? И почему-то мне кажется, что Лелуш вот кому-кому, а Сузаку скажет, типа, что это он Зеро. Хотя это было бы и глупо, а Лелуш все-таки человек не глупый. Вот, Корнелия меня пугает. Пугает в том плане, что... Она гораздо серьезнее, то есть, ну, видно, что она гораздо серьезнее, гораздо умнее, вот, своего брата. Ну, то бишь, того принца, которого убили, да? Вот, поэтому от нее проблем будет гораздо больше. И она более, типа, действенная, то есть она готова на какие-то жесткие меры. Вот, и она хочет отмщения. Не хочет мести.
Ясно, понятно. Понятно все с этой серией. Не. Даже честно не знаю, как ее назвать. Может просто назвать CC и хватит. Вот, ну ладно, ладно, с этим я разберусь, подумаю. Вот, ну а на этом, получится, буду заканчивать и буду со всеми прощаться. Поэтому увидимся совсем скоро в следующих сериях этого аниме и других. Всем пока-пока. I think the girls with the nails done.